Доброе утро, друзья! 17 июня 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют. Всемирный день мотоциклиста с 2008 года был перенесен на третий понедельник июня. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. День провозглашения Республики Исландия. Международный рекламный фестиваль «Каннские львы». День Святого Духа в календаре православных праздников. Митрофан Навозник в народном календаре. С этого дня начинали сеять гречу. Знаменательное событие. 1885 год. В Нью-Йорк на борту французского парохода «Изеа» прибыл дар французского народа Соединенным Штатам Америки – Статуя Свободы. В 1925 подписан протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств. В 1939 году во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине. Казнили серийного убийцу Эжена Вейдмана. 1950-й. Чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку. 1967 год. В Китае было проведено испытание первой водородной бомбы. В 1970 году Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid – аппарат моментальной фотографии. В 1982 поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета К-50 «Черная акула». 1992. Речь президента России Бориса Ельцина в Конгрессе США. Ельцин объявил коммунизм поверженным, забыв уточнить, что в его собственной стране коммунисты еще остались. Родились в этот день. 1968 год. Максим Покровский, российский музыкант, певец, поэт, композитор, лидер группы «Ногу свело». В 1980-м родилась Винус Уильямс, американская теннисистка, многократная победительница турниров «Большого шлема». Этот день по лунному календарю. До 21 часа 17 минут по московскому времени – самый сильный и мощный день месяца. Он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы вступаем в период, когда можно начинать очень серьезное предприятие. Не пропустите этот день. Он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в эти сутки с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц. После 21 часа 17 минут влияние Луны настолько сильно, что все положительное и отрицательное, что есть в человеке, усиливается многократно, активизируется наш внутренний искуситель, поэтому может быть много соблазнов в самых разных сферах. Есть опасность стать внушаемым, ленивым, податливым, вредным влиянием, потому что контроль за поведением ослаблен, а инстинкты проявлены в полной мере. Есть вероятность под их воздействием совершить любые глупости. Но помните, последствия могут быть весьма негативными. Вот такой он 17 июня 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!